Как вы слышите, гитара не настроена. Для того, чтобы настроить гитару, надо взять ноту ми, которую мы вам сейчас дадим в чистом виде. По ней настраивается первая струна. Дальше по первой струне начинаем настраивать вторую струну. Для этого вторую струну прижимаем на пятом ладу, и она должна с первой звучать в унисон. Дергаем попеременно первую и зажатую вторую струну на пятом ладу. Теперь вы слышите, что они звучат в унисон. Теперь дальше настраиваем третью струну. Для этого ее зажимаем на четвертом ладу. И то же самое делаем со второй и с третьей струной. То есть по переменной дергаем и или подтягиваем, или опускаем третью струну, чтобы они начали звучать в унисон. Теперь настраиваем четвертую струну. Для этого ее зажимаем на пятом ладу и сравниваем с третьей струной, с открытой. Вот сейчас вы слышите, что струны звучат одинаково. Теперь настраиваем пятую струну. То же самое. На пятом ладу пятую струну прижимаем и сравниваем с четвертой. Теперь настраиваем шестую струну. Теперь, чтобы убедиться, правильно ли настроена гитара, надо шестую и первую дернуть струну и сравнить, как они звучат. Они должны звучать в унисон, разница на октаву. После того, как вы настроили струны таким образом, надо проверить их еще раз, потому что во время натяжения струн корпус игры в гитары деформируется немного, и поэтому первая струна может ослабнуть. Для этого еще раз используем ноту ми. Вот. И опять проверяем все остальные струны по первой струне. Если у вас в походе или где-то на пикнике надо будет настроить гитару, то можно просто настроить гитару по первой струне. Для этого вам примерно надо подтянуть струну, чтобы она звучала, на ваш взгляд, как нота ми. И по ней уже настраивать гитару остальные струны. То есть сравнивать именно с первой струной.
Если вы играете в ансамбле, или вам надо именно качественная настройка инструмента, для этого надо использовать тюнер, который можно найти в интернете без проблем. Но для этого нужен там микрофон. Я думаю, что любой человек, который его скачает, сможет сам там разобраться. Ну, вот таким образом настраивается гитара. И для того, чтобы окончательно убедиться, что гитара настроена, надо взять несколько аккордов рядом с первым порожком. И также барре. И подстроить, если вас не устраивают какие-то нотки. Для того, чтобы проверить, правильно ли настроена гитара, можно еще использовать флажолеты. Для этого берем флажолет на седьмом ладу, на первой струне. И на второй струне, на пятом ладу. Вот можно услышать, что первоначально были звуки, отличались друг от друга. Флажолетом нельзя проверить третью струну, поэтому ее настроить надо по второй струне, прижимая на четвертом ладу и сравнивая со второй. Дальше опять также прижимаем третью струну флажолет на седьмом ладу и четвертую струну на пятом ладу. Опять чуть-чуть не строит. Вот. Также проверяем пятую струну на седьмом ладу и на пятом флажолетами. И шестую струну с пятой. Берется флажолет на пятой струне на седьмом ладу и на шестой струне на пятом ладу. Вот теперь гитара настроена. Можно ее использовать в игре.